Шеф-повар Максим Григорьев. Пирог со сливами и фундуком. Время приготовления 1 час 30 минут. Ингредиенты для теста. Масло сливочное 110 грамм. Мука пшеничная 75 грамм. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Сахар 100 грамм. Сметана 90 грамм. Соль 1 щепотка. Фундук, лесной орех 35 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Ингредиенты начинка. Масло сливочное 110 грамм. Мука пшеничная 75 грамм. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Сахар 100 грамм. Сметана 90 грамм. Соль 1 щепотка. Фундук, лесной орех 35 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Начинка. Слива 400 г. Ингредиенты для посыпки. Масло сливочное 110 грамм. Мука пшеничная 75 грамм. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Сахар 100 грамм. Сметана 90 грамм. Соль 1 щепотка. Фундук, лесной орех 35 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Для посыпки. Слива 400 грамм. Корица молотая 1 чайная ложка. Масло сливочное 10 грамм. Мука пшеничная 25 грамм. Сахар 30 грамм. Фундук, лесной орех 25 грамм. Для посыпки. Прекрасный нежный пирог с сочными четвертинками слив и изумительной ореховой присыпкой. Отдельно хочется выделить сливы. Они, безусловно, изюминка этого пирога. Если сливы сладкие, то они станут акцентом сладости в пироге, если сочные, то это будет также акцент по сочности. Ингредиенты пирога сбалансированы так, что именно сливы выходят на первый план, далее солирует ореховая присыпка. Тесто получается не сладким, точнее еле сладким, но рассыпчатым и сочным. Сливы нужно брать с плотной мякотью. Шаг 1. Подготовьте основные продукты для пирога: муку, сливочное масло, сахар, сливы, сырой фундук, яйца, сметану, разрыхлитель и корицу. Шаг 2. Сливы необходимо промыть, разрезать напополам, удалить косточки и каждую половинку разрезать еще раз напополам. Шаг 3. Фундук обжарьте на сухой сковородке на несильном огне, шелуха должна потрескаться. Остудите орехи, почистите и порубите в крошку. Шаг 4. В глубокой миске взбейте сливочное масло и сахар для теста, по одному добавьте яйца, добавьте муку, смешанную с разрыхлителем. Шаг 5. Также нужно добавить 35 грамм рубленых орехов, щепотку соли и сметану. Перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста. Перелейте его в форму, застеленную пергаментной бумагой. Шаг 6. Приготовьте присыпку, соединив все указанные ингредиенты. Масло нужно растопить, включая остаток рубленного фундука. Перемешайте до получения крупных крошек. Шаг 7. Дольки слив вдавите не сильно в тесто, сверху пирог посыпьте присыпкой. Шаг 8. Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку. Выпекайте при 180°C около 50-60 минут. Пирог должен подрумяниться. Выньте его из духовки и из формы, остудите на решетке. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.